Приветствую вас, друзья, в игре Rust. С вами Рома на Индиго. Это дневники Rust. И мы решили сегодня с Аней попробовать поплыть, сплавать на большую нефтяную вышку. Но перед тем, как туда плыть, я сейчас продемонстрирую, что нас там с ней ждет. Ну, начну с нижнего этажа, где мы будем причаливать. Двое ученых ходят. И дальше смотрите по этажам. Здесь около 12 камер. Вот камера висит. Это вот все ходят ученые. Вот здесь ученые. Вот камера вид. Большая нефтяная вышка. Видите, сколько тут много ученых. Наверху, вот это самый верхний этаж, сколько их тут ходит. А вот это вот комнатка, где стоит ящик. Вот тут сколько ходит много ученых. Вон, видите, комнатка, которая открывается красной картой. И там стоит запертый ящик. Вот, отсюда хорошо видно. Вот туда нужно попасть. Это вот наверху вид. А это вертолетная площадка. Сюда можно приземлиться на вертолете. Но в этом случае все эти парни в синих костюмах бегут сюда, вот по этой лестнице, и тут начинается бойня. Я снимал видео, как мы за 5 минут залутали эту вышку. Это было где-то год назад. Но мы приземлились сюда на большом военном вертолете, спрятались там. И гранатами мой напарник просто сюда вот гранатами расстреливал. Они подбегали и на гранатах взрывались. Вот, но сегодня и так делать я не буду. Во-первых, нет большого военного вертолета. Во-вторых, все-таки это как-то, ну, рискованно. Поэтому мы сегодня решили потихоньку снизу подниматься вместе с Аней, снайперить и вот таким образом их снимать. Так что попробуем. Сейчас добираться будем следующим образом. Сюда долетим на вертолете. Вот, а отсюда уже на вышку на катере. Вот такие планы. Плывем к этой нефтевышке. Ну и попробуем вдвоем. Первый этаж, видишь, подъезд? Да, вижу. Вот с этой же стороны подъезд? Да. А химиков там видишь? Сейчас. Ты едешь, качает лодку, мне плохо видно. Лодку остановили. На секунду, сейчас я буду. Так, на подъезде. Да, двое. Внизу, сейчас. Ну вот, давай их убивать. Сейчас, подожди, мне надо это. Слушай, они тоже пускают. Ты попадаешь? Ну, попадаю, но они что-то не падают. Первый выстрел. В голову попадают. Ну, далековато немножко. Ну, давай ближе подъедем. Подожди, мне надо сесть. Чуть-чуть поближе, чуть-чуть. Хорош. Ну-ка попробуем.
Есть конфеты. Есть один. Сейчас я это сниму. Есть второй. Так, подожди секундочку, я гляну еще. Ну давай теперь на втором этаже. Сейчас. Вижу сейчас. Есть контакт. Ну куда-то он убежал. Побежал, он побежал вниз. А, нет, он, да, вниз так нет. Есть контакт. Тоже побежал куда-то. Вижу его. Есть. Третий. Минус три. Так, ну. Так, сейчас я вот это еще проверю. Здесь другой угол. Если мы туда еще в это... Да, стоп, стоп. Вот сейчас я еще одного сниму. Есть контакт. Вот этого надо обязательно снять. Сел. Есть. Все. Я сняла четверых, да. Я сняла. Поехали. Ну все, я подъезжаю. Да-да, поехали. Так, у меня опять там вот на втором этаже еще один. Подожди секунду. Сейчас я со второго этажа еще одного сниму. У меня, по-моему, опять игра забагалась. Что ж так качает-то? Ну, ёлки зелёные, это что такое? По-моему, что-то с сервером. У меня кнопки не работают. Подожди секундочку, сейчас. Что там качается? Ну, вот он побежал. Вот я его и хотела снять. Но у меня так лодку качает сильно. Я не пойму почему. А, так я сижу. Ну давай уже подъедем. Сейчас, секунду, я вот этого со второго этажа сниму. Еще один там на втором этаже. Где он? Только что был здесь. Убежал. Вижу. Ну поплыли. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Все. Ты потом отплывешь вот сюда, я отсюда стреляю. Я не буду отплывать, я буду там с тобой. А поехали. Зачем ты будешь внизу стоять? Поехали. У тебя же снайперка есть, стреляй вот так с воды. Я вообще не выключу. Он не достает здесь.
Ой, ёлки зелёные. Я вижу, откуда он стреляет. Полезный ты там не видишь. Блин, где он прячется. Так этого я там убила лежит. А через это я не могу прострелять. Чё? Ну вон он ходит, только через решетку нельзя. Не, нельзя, я уже пробовала, нет, через решетку не получается. Ну все, здесь вот я вот и двоих там наверху, они лежат уже, я их убила. Ну ты будешь отплывать? Нет, ты мотор выключил? Ну там, похоже, топливо закончилось. Да. Ты не будешь отплывать? Нет, нет. Я здесь с тобой буду. Так, сейчас я подлечусь. У тебя медипак есть большой? Есть, но ты за мной пока не поднимайся. Хорошо. Я за тобой буду идти. На втором этаже нету никого. Подожди, нет, это какой первый? Второй. А этот свой ты черный не взял? Какой черный? Рюстунг. Взял, но пока... Его не одеваю. Тут пока обзор нужен. В нем прицеливаться не могу. А типа это а лазер тебе не помогает? Но все равно как-то она далеко.
Это ты стреляешь? Нет. Может, здесь кто-то еще? Нет, нет, это химик в меня стреляет. Вперед меня не лезь, не поднимайся, убьют. Так, минус. Ты, Аня, ходи около меня. Где ты ходишь? Я с другой стороны. Я уже двоих здесь на лестнице убила. Ну, ты поаккуратней. Есть еще один. Я на втором этаже наверху. У меня сервер лагает. Так, да ёлы-палы, что происходит? Слушай, у меня почему-то назад откидывает меня персонажа. У меня фигня какая-то с сервером, надо перезаходить опять. Меня что-то как-то дёргает. Так, короче, не надо перезаходить, Аня, у меня все фигня какая-то. Хорошо. Ты там место найди, что такое безопасное. У меня ерунда творится полная. Какая-то ерунда у меня творится на сервере. Смотри, сейчас откидывается. Так, давайте перезайду, правда. Продолжаем воевать. Патроны закончились, пистолетные. Ну, вот так вот.
начинаю переживать, что патронов не хватит ведь. У меня есть патроны. Я на третьем этаже. Так и я здесь. Ты с другой стороны, ты этого химика снял, за которым я охотилась. Да. А, вот ты где. Так, здесь две с зеленой карточкой. Где? Вот здесь. Вот. Сейчас я ее открою. Синяя карточка. Всякая фигня. Зеленая, я взял зеленую. Зеленая там лежала? Да, я ее взял. Не синяя? Нет, зеленая. Интересно. Так, ну пойдем наверх, только я первый. Хорошо. Нет, вот с этой стороны. Так, подожди, бочку возьми. Она не берется. Вот синяя карточка, дверь. Где? Вот возле меня. Давай зайдем. О, тут военные. Что, сразу наверх пойдем? Там вон ящик, видишь? Впереди тебя. Вон впереди тебя. По прямой впереди. Какая-то комнатка. А прятаться здесь нужно. Здесь предохранитель ставить, это, наверное, для красной карточки. Ну, пока всех не убьем. Да. Ну, наверное, тут никого нет. Наверх надо идти. Ну, давай пройдемся по всему этажу вначале. Давай. Сейчас я в круговую сбегаю здесь постепенно. Так, вот здесь уже, где я, здесь уже химики. Так, по-моему, только наверх сейчас подниматься, тут уже никуда. Да, здесь синяя карточка, тебя просто вокруг мы сейчас с тобой обошли.
Это уже пятый этаж. Наверху. Ой, он меня на лестнице достал. Убей его на лестнице, Герман, а то он меня убьет. Тебя еще можно поднять? Да, можно. На лестнице я этого не увидела. Ты встала? Да. Так, у меня опять какая-то ерунда. Они за тобой побежали, главное, двое, а я сзади них приговорила. Ой, блин. Где он? Да блин, у меня опять с сервером фигня какая-то. Назад откидывает и все. Я не могу ничего, я иду вперед. Я иду вперед, а он назад меня кидает. Убил его? Я не знаю, у меня сервер назад меня откидывает. У тебя, наверное, FPS проседает. У меня сейчас 18, 16, 15, 14 FPS у меня. Так, фигня, сейчас сдохну. Надо опять перезаходить. Лечись. Так не лечится, у меня назад все откидывается. То, что я делаю, мои действия аннулируются. Ой, меня я тоже не могу ходить. Меня назад откидывает. Ну, тут какая-то ерунда с сервером. У меня FPS сейчас 13. Да у меня FPS нормально, тут не дело не в FPS, а фигня с сервером происходит. У меня FPS нормально. Так, сейчас я перезайду. Хорошо. Фигня полная, невозможно ничего делать. Так, я сейчас сдохну. Передо мной хиник, он в меня стреляет. Все, фигня, меня убили. Я не знаю, что с сервером происходит, но фигня полная. На этом этаже мы всех убили? Не знаю, возможно, нет. Дай пройду. Можете, да. Не могу из-за тебя пройти. А, окей. Наверх подниматься буду. Ну, я пока этих залутаюсь. Там наверху еще ходят. У них удочек. Они здесь рыбачат, наверное. Вертолет что ли летит? Ну, похоже. Аккуратней. Это не игрок случайно? Нет, военный вертолет. Okay.
что он над нами кружится? Улетай уже. Что-то вертолет к нам пристал, а? Не хочет улетать. А, он сейчас улетит. С тобой там все в порядке? Да, со мной все в порядке. Он сейчас облетит несколько раз в круговой, а потом улетит. Я тут в домике спрятался. Так, ну что, ребятки, я пока прервусь. Вертолет что-то не хочет улетать. Все, он улетает. Да, вот все улетает. Я тут уже наверху. Окей, там смотри, химики я слышу. Рацию слышишь? Ну, где я хожу? А, да, теперь слышу. Я около двери, где красная карточка нужна. Окей. Вот он я. А, так они, наверное, там внутри стоят. А, вон они, через стекло вижу, видишь? Ну, я пока открывать не буду. Открывай, и я его сразу убью. Подожди, давай сперва весь этаж пройдем. Хорошо. Может, тут еще где они? Я туалет нашла. Дизельные бочки видела? Видела, да, но я не собирала пока. Так, слушай, ну похоже, больше тут химиков не осталось. Они, наверное, на звуки выстрелов к нам на пятый этаж все сбежали. Ну, не на пятый, конечно. Нет, ну мы где были? Мы сейчас на шестом. А, ну, может быть. А там, где была бойня, это был пятый. Сейчас я еще наверх поднимусь. Нет, все, нету, я уже на вертолетной площадке. Ну, это значит, вот он один там в этой вот. Пойдем открывать. Ой, я тебя чуть и не подстрелила. Ты что, меня не узнала? Ну, я испугалась. Так, ты открываешь, а я сразу его стрелю. Ну, только аккуратно. А, вот эти бочки. Ладно, я возьму. Он в правом углу стоит. Подожди, а здесь и в правом, и в левом. Кто стреляет?
Он через двери стреляет. Вот его рука. Их здесь трое. Так, у меня опять началась чехарда. Ты-то зачем стреляешь? Дверь закрыта. А я его убью. У него рука здесь торчит. Патроны тратишь. Так, все, я перезахожу опять на сервером, полная фигня. Ты только внутрь не заходи. Хорошо, я за тобой буду. Сзади за стенкой они. Так, пока я сниму свой рустунг. А, подожди, я ящики посмотрю. Ты не брала еще ящики? Нет, ну я же за тобой следом. Я вообще еще здесь ничего не трогала. Давай я посмотрю, чтоб на видео попало. Окей. Так. Вон, смотри, что. Скраб. По-моему, мист. По-моему, один мист. Посмотри, там вон в ящиках что выпало. Если я отсюда спрыгну в воду, я разобьюсь? Думаю, да. А зачем ты хочешь отсюда в воду прыгать? А вот тактика-то была какая. Вот этот ящик мы открываем. Тут же одна минута всего. Они прилетят, конечно, но тут, смотри, вот можно вот так вот выбежать. Потом вот сюда налево и вот сюда в море. А зачем мы их здесь все расстреляем? Вот отсюда. Патроны. А если смотри, вот я отсюда вниз спрыгну, я разобьюсь. Я думаю, да. Давай, может, попробую. Прыгай. На тебе патроны все дам. Я боюсь, что дверь здесь закроется. А, дверь, да, может закрыться. Поэтому я боюсь выходить отсюда.
А карточка у тебя сломалась. Да. Ну вот. Полная. Подожди. Так, у тебя что у тебя есть? Скраб, нефть. Так, сейчас мы поделимся. Ну я просто сейчас самое ценное тебе дал, чтоб я сейчас спрыгну, если я не разобьюсь, я обратно поднимусь. А если я разобьюсь, я возрожусь в мешке и на вертолете сюда к тебе прилечу. А лодка? Ну лодка-то внизу стоит, с ней ничего не будет. Так, все, будь пока тут, ладно? Сейчас проверим. Мою догадку. Ну что, ребятки, разобьюсь я или нет? Давайте попробуем. Слушай, я не разбился. Хорошо. Я приземлился прям в воду около нашей лодки, так что можно ящик залутать и вот так выбегать, выпрыгивать. А что, этих мы не будем, что ли, это... Ну, а ты думаешь, мы с ними справимся? Ну, я думаю, мы с ними справимся. Ты молодец вообще, у тебя классно все, ты делаешь, получается, у тебя все хорошо. Ага, грохнули же. Ой, ну, солнышко, ну, это же это... Случайность бывает. Если бы не кнопка ревайв на этом сервере, сейчас бы мы на берегу были. Ну, это да. Да, здесь я с тобой согласна. Ну давай постреляемся, пока патроны есть. Как патроны кончатся, тогда побежим. Хорошо. Сидеть будем тут, в этой комнате? Нет, а тут не получится сидеть. Почему? А дверь-то не закрывается. Дверь закрывается, почему? Ну на, закрой. Где она закрывается? Что, не закрывается? Нет, я не могу закрыть ее. Так, а мы расстреливали их, знаете, ребята, откуда? Откуда-то мы их расстреливали. Надо пересмотреть то видео, где за 5 минут мы залутали. Где-то тут есть такое место, где мы прятались. А, вот не у этого ли крана? По-моему, где-то вот тут на кране, вот на этом. Ну, короче, рисковать. Да, по-моему, вот за этим краном. Так, а с какой комнаты мы тогда с тобой стреляли, солнышко, их? Мы на большой вышке с тобой первый раз. Да, ну здесь же какая-то должна быть комната, которая закрывается. Да, есть одна. Я боюсь отсюда выйти, боюсь, дверь закроется. Пока не выходи. Мне сейчас придется снова перезаходить, у меня опять сервер начал меня откидывать назад.
Да. Подожди, а пускай она не закрывается. Мы с тобой вот здесь вот встанем, вот здесь вот в углу. Они сюда будут забегать, а мы их будем здесь расстреливать. Нет. Прямо вот здесь в проходе. Нет, не вариант. Надо, чтобы закрывалось. Так, я перезахожу. У меня опять сервер откидывает. Хорошо. Ну ты сюда. Так, все активирую. Давай. Одна минута. Так мы лучше не возьмем красные карточки, вдруг дверь закроется. Ну я слетаю на вертолете домой. Сейчас главное этих перебить. Вон он летит. А можно его сразу с ракетницы жахнуть? Но он с одного выстрела не умрет. Забегай, зачем выбежала-то? Кого-то там хотела глядеть. Я хотела пострелять. Так, я взял какую-то, не знаю, штуку. Я думал, она гранатами стреляет. А здесь туалет еще есть. Открывай дверь. А закрывать кто? Открой, будет? Открой дверь. Ранили? Лучше давай я буду воевать, а не ты. Он возле меня стоит, или ты его убил? Нет, сейчас я его убью. В туалете он. Он меня убил. Да, у него пулемет. За полсекунды меня приложил. А дверь открыта или закрытая? Закрыта, я ее закрыл. Ты подожди, ты не вставай, ты не встанешь. Я не встаю. Он меня убил. Ну пока лежи, не вставай. Вот теперь вставай. Да, жестко. А где у него пулемет? Ты что думаешь, с них пулеметы валятся? Ну да. Он же с пулемета стрелял. Где он у него? Где? Нету. Так, опять сервер начинает ерунду мне выдавать. Давай, я буду стоять на двери, открывать, закрывать. Да, у меня опять глючит. Я перезарядил автомат, у меня 10 патронов. И ты у меня по всей комнате летаешь. Так, понятно. Я перезахожу. Опять фигня какая-то.
Открываю дверь. Не-не-не-не-не-не, там второй подошел. Там второй подошел. Видишь, второй? Да, это ты правильно сделал. У меня 20 жизней. Ты полную жизнь себе делай, полную. Шприцов ты осталось 16. Я тебе дам, у меня с собой 50 штук. Полную жизнь себе делай. Все, перед нами он. Подожди. Право, на пошел на правую сторону. У меня еще не полная жизнь. Шприцы не экономь, у меня есть шприцы. Открывать? Ох, он меня подранил. Ну я в него тоже попала. Ну, ты без брони. Ну да, он меня быстро уложил. Но мы его, по-моему, тоже. Лучше давай я буду на себя принимать пули. Хорошо, ну я просто впереди была. Мы убили его или нет? Лечись. Открывай дверь. Нет, еще. Открывать я сам открываю. Ты главное закрывай. Закрой. Убил же? Нет. Нелегкая эта работа. С этими пулеметчиками воевать. Прямо перед нами. Если я сейчас дверь открою, он прямо передо мной будет. Открывать я буду, ты закрывай. Ну, попадаю, но пока еще живой. Их гранатомет бы сюда был, или пулемет. Пулемет у меня есть с собой. А что ты не стреляешь? Давай попробуем. Он же, у него убойнее сила, же убойнее, чем... Так, а у него отдача, знаешь, какая? Я знаю, или вот этой... Танк, в который ты в танк стреляешь, вот эти вот такую бы стрельнуть бы. Ну, такой у меня с собой нет. <с
Мы вообще хоть, ну, одного убили, да. Подожди, не открывай пока. Не да опять... не открывай, я ничего. У меня опять не работает нифига. Я перемещаю вещь в инвентаре. Она у меня перемещается только через 2 секунды после того, как я ее переместил. Ну, у меня тоже 9 FPS все. Лаг. Лагает. Так, жди, перескажу. А у тебя костюм на голове. Ой. Это я закрыл. Ну что ты? Потому что ты так стоишь опасно прям. Я бы его сейчас сняла бы, ну. Не надо, подожди. Ты без брони. Там он их двое, видишь в окошко? Я вижу. Надо по одному их. Ой, нет, это пулемет какая-то фигня, я вообще не попадаю из пулемета. У него такая отдача. Нет, я лучше из этого буду. Герман, давай я буду открывать дверь и закрывать. Ну, в конце-то концов. Ну, я лучше знаю, когда ее закрывать, когда открывать. А ты откуда знаешь? Я ее открываю, а ты смотри. Я смотрю уже на свое здоровье, когда у меня совсем хреново, я закрываю. Так и я закрывать ее буду. Открывать и закрывать. А если ты вовремя это не сделаешь, меня разобьют. Хорошо. Ты же не видишь, сколько у меня здоровья. Ну то я успевала дверь закрывать, когда ты говорил, что хорошо, что дверь закрыла. Да, это совпало. А, ну конечно, хорошо, ладно. Кто это там топает? Так, сидишь опасно. А, нормально сижу. Ты, ёлки зелёные, кто закрыл дверь? Я закрыл, у меня 20 здоровья. Если бы не закрыл, меня бы сейчас, я бы лежал. Еще бы одна секунда, и я бы лежал. У меня шприцы кончились. На. На, еще тебе на всякий случай. Да пока есть 27, хватит. Я закрыл. У меня смотрю на полоску, она у меня так вот жух, убавляется и на 20. Он перед дверью стоит. Он прям перед дверью стоит.
Сейчас тебе попу. Кто там бегает, не пойму. Тук-тук-тук-тук. Ну они же ходят, они бегают, они. Давай я туда пробегу. Нет, сиди. Ты не добежишь. А давай попробуем. Ну а смысл? Там дверь не закрывается. Там умрёшь, я за тобой туда не приду, не смогу прийти. Ты зачем дверь закрыл? Потому что слышу, справа идет. Корабль плывет. Это что было? Да, опять сервер. Перезаходить надо. У тебя все в порядке в игре? Меня убили? А дверь закрыта? Дверь открыта. Что это? Граната была, что ли? А у меня ты сидишь, смотришь, и дверь закрыта. Тебе что? Я стою, ты стоишь. Я уже встал, меня убили. А как это так меня убили? У меня дверь закрыта. Ну я сейчас ее закрыла, а я упала, дверь была открыта. Так, перезахожу. У меня опять все зависло. На где-то 10 минут хватает, потом все виснет у меня. Не выходи. Сказал, не выходи. Живая? Да. Ты убил его? Нет, я никого не убил. Меня подранили, я лечу. Мне сейчас понадобится твоя помощь. Все, я его убил. Иди забеги ко мне обратно. Зачем? Затем, что еще не всех убили. А. Вот. Забеги ко мне. Ёлки зеленые. Ты мог бы дверь сейчас открыть и ему в спину убить его? Нет, я лечусь, у меня здоровья мало. Открой дверь. Thank you.
Ты живая? Нет, я правильно. Все, это был последний. А ко мне забежать? А, ты, тебя поднять можно? Нет, все, я не... Это кто стреляет, если был последний? Сможешь забежать ко мне? Аня. Подожди секундочку, пожалуйста. Солнышко, ну, секундочку. Ладно, я тут сижу. У меня автомат сломался. Я не могу выйти, он у меня лежит на мушке. Ну сиди тогда, сейчас я сам. Слева от меня. Я сейчас полечусь. Стрелять нечем, остался один пулемет, но у него такая отдача. Слушай, что-то тихо, никого нет. Ты ко мне можешь забежать? Я не знаю. Иди забеги ко мне, вон там далеко ходит, где факел горит. Вон там далеко за краном. Вон он, видишь, вон он где ходит. Ну все, надо, это последний. Пошли, хватит сидеть уже в заперти. Пойдем его убьем и все, надо. Да мне убивать нечем, у меня только пулемет. На, я тебе патроны дам. Подожди. У меня 500 штук. А? Патроны есть, пулемет хреновый, его отдача сильная. Тебе давай оружие дам тогда. Подожди. Вот он там за баком. Ты справа, я слева. Он меня засадрился. Хорош, готов. Он на меня садрился, потому что ты его убил, да? Да, ты поаккуратнее бегай, может, еще остались. Нет, это был последний. Так, я не знаю, я ничего не могу взять. Что мне выкидывать? Я вот это выкину. Так, давайте-ка переоденусь. Этой брони нифига не видно. Слушай, а у них хороший лут у этих военных. Да. Да, долго мы тут. Долго мы тут страдали.
Ящик-то еще стоит. Ты его открыла? А ты? Да. Видишь, что тут лежит? Вижу. Штаны черные. Автомат Томпсона. Ну, я возьму, что смогу. Остальное ты бери. Все, бери ты остальное. Я остальное ничего не смогу взять. Ну, бери. У меня тоже место. Я за эту вылазку, у меня сломалось два автомата. И патронов я, наверное, потратил больше 1500. Хорошо, хоть в этой игре броня не ломается. Так, ну здесь я уже вот это я не смогу взять. У тебя топливо есть? Есть. Ну вот, возьми здесь вот это. А, нет, пули я смогу взять. А вот топливо не смогу. Хотя, подожди сейчас. Пули давай я могу взять или тебе передать. У меня пули. На, топливо возьми здесь вот в этом. Вот здесь вот в этом. В этом, вот в этом. Взял. Okay. Давай мне эти патроны все, и ты у тебя место будет. Металл высокого качества у меня есть. Металл на. Скрап есть? Нет, вот скрапа нет. Патроны у тебя какие есть? Ой, патроны всякие. Синие, красные, черные. Вот такое есть. Такой. Да. Синий, зеленый есть. Синий есть, зеленого нет. На, синий тогда тебе. Ноутбуки есть. Ноутбука у меня нету, я тебе отдала. Аптечка большая, зеленая есть. Нефть есть. Ну и пистолет. Эти патроны всякие. Пистолетные, автоматные. Все-таки мы их добились с тобой. Да, ну, благодаря кнопочке ревайв. Ну, кнопочки или не кнопочки, но главное, мы их с тобой сделали. Слушай, а дизельное топливо тут больше не осталось? Ты все взяла? Нет, я не собирала дизельное топливо. Здесь надо еще пробегать и посмотреть, все ли мы залутали. А вот я теперь дизельное топливо взял. Но долго еще возились из-за того, что я в игру перезаходил, и у меня с сервером фигня была. Малую вышку, когда я был, там такого не было безобразия. Теперь можно спокойно бегать и лутаться. Так, а тут уже нечего лутаться. Ну, мы с тобой по тем этажам еще не прошлись, по нижним. Ну, давай посмотрим. Ты думаешь, там что-то есть? Ну, я не знаю. Мы там с тобой топливо, там и на нижних этажах. Эй, здесь химик еще где-то. По-моему, он внизу. Ну, пойдем.
Рация сработала здесь. Слышишь? Слышишь? Иди сюда. Да, иди сюда. Да, да, слышу. А где он? Под нами где-то, по-моему. Ты рюстинг свой опять одень. Железный. Он где-то там внизу. Сейчас я его найду. А может быть, уже начали респаться они, слушай? Я только об этом подумала. Может быть, начали уже респаться? И сейчас по-новому. Мы же уже тут долго. Да, мы долго здесь были. Я не знаю, на каком он этаже. Я не вижу тоже. Я вот сюда зашла на вертолет, но я вот хочу здесь посмотреть. Так, я снова перезахожу, у меня опять это началось. Меня опять откидывает назад. О, это ты стрелял? Да нет? Он меня сейчас убьет. Нет, это не я. Это он. Ну ты слышишь? Ну он в меня стреляет, у меня жизнь не уходит. А где ты? Я... А у меня сервер завис, я это... Назад меня откидывает. Блин, где же ты? Тут под лестницей. Слушай, это не химик, это военный. Один, значит, остался где-то. Я его не вижу, не знаю. Он меня сейчас убьет. Потому что меня назад откидывает. Ты на каком этаже? А, вижу его, вижу. Что такое? Что с сервером-то? Ну, ну это же вообще невозможно играть. Потом слушай, я на одном месте бегаю, и он меня стреляет. Ну и у меня такая же фигня, потом на видео посмотришь. Ты вышел, что ли? Нет. Пытаешься с ним бороться? Да я вообще не знаю, что происходит. Он у меня то появится, то исчезнет, то появится, то исчезнет. Потом будешь видео смотреть, хохотать. А. Но мне надо, да, перезайти. Я убила его. Сейчас я перезахожу. Ну, я тебя вижу. Кстати, можно ползать. Пойду красные бочки все залутаю. Топливом. Ну, мне какие попадались, я их всех разбил на четвертом, на третьем этаже. А, я все пробегала, потому что у меня места не было. Сейчас я место освободила, сейчас я их все разобью. Я их уже все разбил. Не все. Ну вот я сейчас на третьем этаже. По кругу пробежал. А, ну ты на третьем, я...
собираю их сесть. Да, я на третьем, но буду спускаться уже. А вон я тебя вижу. Вертолет забивают вон там. Ой! Напугал меня! Ты тебя меня не видишь, что ли? Увидела сейчас. Ты что, все уже там собрал? На третьем, да. Окей. Вон, поехали. Вертолет рухнул. Поехали. Дизельные бочки у тебя есть? Дизельные, да. Сколько? Ну, я не знаю, штуки две, наверное. У меня три штуки. Ой, как лагает у меня. Ужас. Ой. Я до лестницы никак добежать не могу. Вот у меня такая же история. Сейчас, пока у меня лаги не начались, надо до берега доплыть. Иначе придется перезаходить. Ну вот так вот, ребятки, на большой нефтевышке мы мучились. Ну, я скажу, что, наверное, часа два реального времени мы тут были. И мучились. Так, слушай, я там одного этого химика, этого, ну, не залутала. Я у него оставила все там лежать, сейчас я заберу. Ну, давай, я около лодки. Хорошо, сейчас я у него все заберу. Так. Подожди, а где? Вот тут. Потому что у меня места не было, я думаю, ну все, я это не смогу забрать. Ничего. Слушай, я бегу, а почему у меня по дороге скраб валяется везде? Это ты не собирал скраб? Да, я скраб не собирал. Где он? Где он? Здесь это валялся, химик. Возле двери. У меня места нету. Иначе, а что, они уже пропадают, что ли? Где-то этот... Где-то там трое, я которых убила, три штуки должны рядышком лежать. Не могу найти. Блин, так где же это? Так. Ну все, я уже не могу, я не знаю, кто напишет. Так, где наши двери, где мы были? Так, вот здесь. Я убежала сюда за угол. Ничего себе. А так лут уже пропадает. Наверное. Слушай, а что у нас лодка такая поврежденная наполовину? Даже больше половины. Ну, наверное, ее постреляли. Ничего себе, у нее 146 прочности. Вот он нашла. Ну, ладно, заканчиваю, ребятки. Вот так вот. Мы с Аней сходили на большую нефтевышку. Ну, повторюсь, часа два мы здесь провели, если бы не кнопочка. Если бы кнопочка не кнопочка ревайв. Разобьюсь, наверное. В воду, если прыгнешь, ничего не будет там. Если бы не эта кнопочка ревайв, то мы бы тут, конечно, воду не осилили. Сами видели, как тут все сложно. А хотя, может, я в воду прыгну? Нет, я замерзну, я не буду рисковать. Ну и вот он, наш лут.
Ну, общий вывод такой, что по луту не стоит, сколько мы патронов потратили. Я ну, говорю, наверное, я 1500 патронов. Ты примерно сколько патронов потратила? Ой, много, солнышко. У меня с собой 500 штук было. 500 это ладно, у меня с собой было около 1000, и все потратились. Так, где это? Я потом еще вот им не давала. Ой. Так прыгай в воду. Ну, я бегу по лестнице, но только у меня она бежит, интересно. Не хочу я в воду прыгать. Ну, беги, я жду тебя. Патронов потратили уйму. И уйму потратили шприцов. Короче, потратили, наверное, в несколько раз больше, чем отсюда взяли. Но дизельное топливо, вот, на котором работает большой карьер. Так что в ближайшем будущем отправимся в большой карьер. Я продемонстрирую, зачем это дизельное топливо нужно. Вот, а на сегодня я заканчиваю. Спасибо всем за внимание. Длинное получилось видео, ну, оно того стоило. Всем пока и до следующей серии.